Мэрия Махачкалы обвинила филиал Россетей в бездействии в период непогоды. Напомню, на 24 городских локациях после ливня и сильного ветра в четверо суток отсутствовало электричество. По поручению главы Махачкалы в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ Дагэнерго» была направлена комиссия, так как он является поставщиком электроэнергии в дома жителей столицы. Проверка выявила отсутствие работ на половине указанных поставщиком адресов. 13 бригад, которые проводили работу только на 5 локациях, при этом более 50 тысяч жителей города продолжали оставаться без света. В столичной мэрии отметили, что все жалобы горожан на поставщика электроэнергии будут заактивированы и переданы в прокуратуру республики. Я полностью согласен с мнением Салмана Кадиевича, что он планирует, я так думаю, что он уже и сделал, обратился к органам, правоохранительным органам. В первую очередь это органы прокуратуры, которые, может, они призовут, как говорится, к обязательному исполнению своих обязанностей поставлять электроэнергию горожанам. Я вас призываю, сделайте все, чтобы наши горожане получили свет, уважаемые электрики. Если вы, это целая служба, огромная служба электрическая, служба, которая поставляет электричество горожанам, пожалуйста, сделайте так, чтобы у людей был свет.